В России появятся сельские дома культуры нового типа. На эти цели планируется выделить 1,5 миллиарда рублей. Об этом на встрече с Владимиром Путиным рассказал министр культуры Владимир Мединский. Новые ДК станут своеобразными досуговыми центрами, где смогут одновременно заниматься все члены семьи сразу. Также в сельской местности появятся 443 кинозала. Речь идет о тех населенных пунктах, где ранее никогда вообще не видели изобретения «Братьев Люмьер». Владимир Мединский также рассказал главе государства о ходе реконструкции объектов культуры в Крыму. Кинотеатр «Украина» – это теперь часть музея обороны Севастополя. И там идет выставочный зал, вот эти выставки Рюриковича, Романова, обороны Севастополя. Идут там сменяемые просто потоком школьники. Малахов курган. И вот сейчас около 15 объектов, причем здесь за федеральные объекты отвечает Минкульт. За региональное отвечает правительство Крыма и Севастополя, но мы работаем просто в одной команде. Мы постоянно встречаемся, следим за этим. Начиная со следующего года, объекты будут вводиться буквально регулярно.